В городе Баку есть очень нагорный парк. Сейчас мы находимся в нем. Вот мы поднимаемся. Это недалеко от вот этих вот интересных башен. Очень много кедров здесь растет в этом парке. Оливы, маслины. Ого, мы тут на видовую площадку поднялись. Вот это да. Интересное, конечно, место. Баку шикарный город. Советую всем посетить его по возможности, если кто будет в этих краях. Около 3,5 миллионов жителей. Здесь также метро есть. Очень много кедров, конечно, здесь высажено, хвойных. Очень много вложили денег в инфраструктуру, в дороги, в здания. Олимпийские объекты были построены здесь. Продолжают строиться современные здания, набережные. Очень много туристов здесь. В основном иранцы, пакистанцы. Марьянка тут ходит, а? Марьяна, расскажи всем, как ты в Баку. Помаши ручкой, а, доченька, помаши ручкой. Да, вот она машет ручкой всем. Всем привет из Баку.